Сказали, никого не пускают. Нет такого. Все перекрыто. А там приедут. Тогда пустим меня. Сказали, только давайте пошли. Пускают колеса чьи-то инвалиды. Да? Там не стоят? Конечно. Пиздит вот по звуке. Да. На зимний плачет. Сейчас автобусом можно пойти? Можно? Можно. Только осторожно. Я осторожно. Осторожно. Аккуратно. Аккуратно. Молодец, умница. Аккуратно, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Палки. Обязательно? Грязь улезу. Да, можно теперь обратно прийти. Второй можно кордон пройти. Я уже не Thank you.
Попейте и обратно вернуться. Боря, идем. Конечно, попить можно, потом вернуться обратно, чтобы вас не задавили. Здесь помимо. Смотрите, куда вы ходите? Потихоньку проходим. Какая организованная. Вещи у вас, во-первых, показ. Все? Парни, пускай заходит. Открывайте, открывайте. Твой человек звонит. Тихонечку. Потихонечку проходим. Не спеша, аккуратно. Не бежим никуда. Thank you.
боишься? Я все бой. Добрый вечер. Так, Лариса, дальше мы пойдем. Смотрите, на тем чем столб не видно. Столбом надо снимать. Сейчас выйдем туда, и там хорошо видно будет. Потому что столб какой-то. Конечно, вы сейчас встанете вот там перед светофором и фотографируете. Да, там полный рост. О, Господи! Весенний Россия, честных дорог, волхвов со святой горы Афон. Во время Рождества Господа нашего Иисуса Христа в Вифлееме мудрые волхвы, пришедшие с востока, принесли божественному младенцу драгоценные дары – золото, ладан и смирно. Настолько смирно применялось к древности для экзамена. Эти честные дары Матерь Иисуса, наша Пресвятая Владычица, держала на себе. Узнав о священной реликвии, благоговейный император перенес честные дары в царствующий град Константинополь в 404 году.